Лучше начни с открывания дверцы. Итак, это третья серия нашего сериала о космической гигиене. Правда? Ага. Ну, я начну. Что это, Чарльз? Это наш туалет. Он называется АСУ. Обычно мы его так и называем, по заглавным буквам. Я думаю, это осинизационно-санитарное устройство. Верно, это санитарная установка. И мы собираемся показать вам, как ее использовать. Демонстрация будет не настоящей, но вы поймете, насколько устройство эффективно. Можно помочь тебе? Оно состоит из двух частей. Вот первая и вот вторая. Но мы продемонстрируем только первую. Крышка легко снимается. Да, очень важно не забыть ее снять. Вы запускаете захват воздуха вот здесь, видите? Да. Воздух идет, я чувствую. А затем... Это просто демонстрация. Здорово, верно? Невероятное шоу. Вот и все. Никакого беспорядка, никакой возни. Лишь немного влаги, понимаете? Но ее можно просто вытереть. Если поднести поближе, чуточку поближе... Сейчас покажем. Как видите, сейчас поток воздуха не такой сильный, но он все еще эффективен в условиях невесомости. Так что это удивительное устройство. Теперь нам нужно его вытереть. Конечно, после использования обязательно. Всегда вытирайте устройство. Это удобные запакованные салфетки. Обязательно вытираем руки. Вытираем сначала себя. А теперь... Протираем приемник. Теперь можно его выключить. И вернуть на место крышку. Прекрасно. А вот это все идет в пакет. Специальный пакет. Самоочищающийся. Вот сюда, внутрь, в пакет. Вот и все. Очень круто. Понравилось видео? Поделись им с друзьями с помощью кнопок наверху и подпишись на наш канал.